Если это видео окажется в правильных руках, то оно станет популярным. Хайпанем немножечко. Хайпанем немножечко. Продолжаем хайпить. Сейчас мы вам покажем, как работает закон Архимеда. Чтобы это легче понять, Олег расскажет стихотворение. Если тело вперто в воду, не потонет оно сразу. Ее выпрет оттуда сила выпертой воды. У нас есть мини-макет подводной лодки. Мы положим его в воду. Продолжаем хайпить. Вот так работает подводная лодка. Если в балластных цистернах много воздуха, то она поднимается. Главная достопримечательность нашего любимого города Владивосток. Мы знаем, как устроена подводная лодка. Еще мы знаем закон Архимеда. Оружие подводной лодки – это пулемет снаружи, торпеды внутри. Я не понял, кто не понял. Я не понял, кто не понял. На подводной лодке есть 6 аппаратов и 12 торпед. Полезная информация. Были такие лодки. Продолжаем хайпить. Я служу в торпеде. Во время Второй мировой войны их использовали как оружие и стреляли в врагов. А первая русская подводная лодка была создана 300 лет назад. Силовая установка может отличаться в зависимости от топлива, которое используют для обеспечения жизнедеятельности судна. УС-56 – дизель-электрическая силовая установка, а бывают еще атомные, необходимые для движения как на поверхности, так и под водой. Пока лодка находится у поверхности, ее дизельные двигатели вырабатывают электроэнергию. Эта энергия запускается в лодке. Лодка напоминает сигару. Именно эта форма позволяет выдерживать огромное давление воды. Рост моряка не должен был составлять более 160 сантиметров. Из-за этого тут такие маленькие кровати. Продолжаем хайпить. Задраить люки. Готовимся к погружению. Полный ход! Это внутренний корпус подводной лодки. Внешний корпус. Между внешним и внутренним корпусом балласт. Вот он. Это точно управление всеми ее устройствами. И откуда производится наблюдение на перископ и передача приказаний во все посты. Левый руля, правый руля. Мы узнали, как устроена подводная лодка. Это чудо изобретения. Узнали про закон Архимеда и как погружается лодка под воду. А вы всегда можете увидеть музей С-56 во Владивостоке и все сами проверить.